рады здесь видеть у нас всех наших гостей на нашем хозяйстве. Это водозаборный узел. Будущие инженеры, биологи и химики из лицея номер 12 пришли на Химкинский водоканал узнать, как функционирует главная система жизнеобеспечения города. Экскурсию по цехам водозаборного узла номер 2 для ребят проводит начальник службы эксплуатации Владимир Еремин. Осмотр предприятия начинают с цеха, под крышей которого расположена скважина. Скважина проборена на 150 метров, насос висит на глубине 100 метров. Вода подается по трубам на станцию обезжелезивания. Станция обезжелезивания расположена по соседству. Здесь вода проходит через баки с песком. Все железо оседает здесь. И через определенное время оно промывается. Умывается автоматически. Далее школьников провели мимо большого холма, под которым в железобетонных резервуарах хранится очищенная вода. И затем поступает в машинный цех. Отсюда в микрорайон Новые Химки насосы подают до 14 тысяч кубометров или 14 миллионов литров воды в сутки. Это пятая часть всего потребления в Химках. По мнению шестиклассника Вениамина Шкандыбина, если разделить число жителей округа на общий расход воды в сутки, то можно сделать вывод, что химчане много пьют и часто моются. Меня очень поразили цифры, то, что город в среднем потребляет за сутки 65 тысяч кубометров воды. Это, конечно, очень поразительные цифры. Заключительный этап экскурсии – аварийно-диспетчерская служба. Здесь сотрудники химводоканала следят за работой всех систем предприятия по всему округу. Школьнице Августине Королевой дали возможность примерить на себя роль инженера и поуправлять водозаборной станцией. Однако, по словам девушки, в ее школе один из профильных предметов – химия. Поэтому система водоочистки заинтересовала ее больше всего. Больше понравился цех, где воду фильтровали от железа. Да, и вообще очень познавательная экскурсия получилась. Нам всем очень понравилось. Надеюсь, будем прогрессировать. Познавательная экскурсия стала возможна по инициативе членов движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» и партийному проекту «Чистая страна». Для того, чтобы дети понимали, как добыть воду, как ее транспортировать, как очистить и как дальше распределить, и как хранить. То есть я думаю, что для них это будет полезно, и может кто-то из них в дальнейшем будет работать в этой сфере. Организаторы уверены, что близкое знакомство с производством подтолкнет детей к выбору будущей профессии на химкинских предприятиях.